Всем привет, друзья! Меня зовут Саня, и добро пожаловать во FNAF Sister Location. Почему я тут нахожусь? Да потому что я не могу пройти шестую ночь. Так что это не выкладывать. Так, у нас тут настройки есть. Давайте выключим сразу вибрацию. Стоп, я забыл. Вибрация это... Я забыл, как по-английски выключить, а как включить. Ну, в принципе-то я прошел всего ночей 5. Сигаль я должен 6-ю, 57-ю проходить, блин. Вам. Их всего 5. Даже игра называется 5 ночей с Фредди. Я вам ничего не должен. То есть должен, но я не могу просто 6-ю ночь пройти. Ну, в принципе-то я прошел, потому что игра называется 5 ночей с Фредди. И мы тут в каком-то лифте находимся. Так, у нас тут Балора и Бэйби. Не Скрай Бэйби, а Циркус Бэйби. Так, мы тут написали, просто натыкали что-то, но все равно этот автомат выберет что-то другое. Обязательно он что-то другое выберет. Так, долго нам тут сидеть? Сейчас как на нас аниматроник выскочит. И в принципе, да, это первая ночь. Значит, ничего с нами не должно случиться. Правда, на первой ночи тоже иногда сложно. В первом FNAF-е еле прошел. Так, написано, ночь первая. Алло, Васа, алло, давай уже. Начинаем. Так, свет потух. Так. Выходим. Так, у нас тут две кнопки. Так, понятно. Что у нас тут есть? Два пульта и два стекла. Так. Я помню, я смотрел видео, то что вон там вот слева сидит Балора, а тут Фонтайн Фокси. Ну почему в других местах? Почему они не расположены тут? Этот четвертый остальные два аниматроника. Это Бэйби и Фонтайн Фредди. Почему их тут нет? Почему они в отдельной комнате? В галерее Балоре, а Бэйби в другой комнате вообще. О, Машка Энерда. Так, мы тут можем светить и давать током. Так, давайте пока рассмотрим офис. Так, у нас тут какой-то вентилятор гигантский есть. Все каких-то три головы. Портрет Бэйби. Так, Эннард. Еще какой-то робот странный. И какая-то... Я не знаю, что это там внизу. Так. Тут никого нету. Балора, сейчас тебя как ударим током. В жопу ударим током. Так. На под жопу, блин. Получай васа. Так, Балора работает. Ну интересно, а зачем он такие лица странные делали? Зачем он такие... Лица под масками делали. В детской-то пиццерии вот такие, блин. Нафиг. Это, блин, по деньгам невыгодно, блин. Да и нафига эти махины вообще строить? Зачем вообще сделали таких спагетти-терминаторов?
Так, у нас теперь Фонтан Фокси надо ударить током. Так, мы посветили, опять никого нету. Что за фигня? Потом шестой ФНАФ и седьмой пошел. Потом восьмой пойдет. Девятый через какое-то время будет еще. Так, надо этого Фантайм Фокси ударить током под жопу. Так, его нету что-то. Еще раз надо под жопу ему ударить. На, Вася, получай. Так, все с Фантайм Фокси в порядке. Так, лезем. Вентиляция. Вперед, назад. Так. Мы тут находимся у Бэйби. Только зачем так такая фигня происходит? Надо Бэйби ударить. Циркус Бэйби сейчас ударить надо. Так. Циркус Бэйби нету. Сейчас надо ударить. Что-то мне кажется, если мы сразу током ударом, нас убьет. Первоначально же можно погибнуть. Значит, по-любому могут нас убить тут. Если сразу током ударим. Ань, посмотрим. Я уверен. Так, я даже это проверять не хочу. Так, у нас тут какой-то страшный. Тут у нас какой-то страшный бомбой висит. Вот, видите там. И вот тут еще как. Отсылка на бомбой. Баллонгерл. И обычный бомбой. Только они какие-то криповые. Так, сейчас полезем. Будем вот так вот лезть, потому что я знаю то, что тут, кажется, может погибнуть из-за того, то, что там кто-то пинает вентиляции нам. Э, Вася, там интересно, кто там нам вентиляции пинает. Так. Мы прошли. О, попкорн. Ням, попкорн. Едим попкорн. У нас тут что-то по телеку идет, интересно. Так, это вампир. Еще какая-то женщина. Ребенок-вампир. Нафига себе. Что у них тут происходит, блин? Так. Ладно, еще попкорн поедим. Это, видимо, этого героя любимый фильм. На самом деле, мы играем за Майка Афтона. Сына этого Уильяма Афтона. А Уильям Афтон — это Спрингтрап. Ну ладно, попроще скажу. Это фиолетовый Вася. Так, мы тут опять в лифте сидим. Так, мы тут опять в лифте сидим. А тут ничего не изменилось. Опять Балора вместе с Бэйби. Циркус Бэйби. Так, может, что-то изменилось, какие-то трубы. Но это ничего не изменилось. Опять как. Какую-то дичь тут напечатаем просто, и все. И сейчас опять эгг. Ошибка. Все равно нам свое имя выдадут. Так, опять у нас вторая ночь. Там какой-то челлендж должен быть. Я знаю, тут какие-то челленджи еще быть должны. Так. И что у нас сейчас, интересно, за мини-игра? Что у нас сейчас за мини-игра будет? Знаете, что-то страхово.
Наша первая ночь вообще не легкая. Была такой легкой. Значит, это, наверное, полегче будет. Но я помню то, что тут надо по звуку ориентироваться, болото, но... Попробуем без звука это делать. Опять тут кнопки управления. Так, мы опять в офисе. Стоп! Мы же у Балора должны быть, через галерею Балора пойти. Или до этого там, подождите, до этого там мы должны закрыться от какого-то ребенка страшного. Так, ударяем нафиг током просто. И сейчас у нас скример Балора выпадает. Или мы... Кажется, да, мы должны через галерею Балора пройти. Но все-таки, ё-моё, я вообще нифига ничего не понял. Я уже запутался. Так, долго нам находиться? Вася, алло. Теперь вон тайм, Фокси. Ооо. Капец, блин, тут Фантайм Фокси прям к нам подошел. К стеклу. Может, ты еще и поцелуешься? Со стеклом. Поцелуй, мать... Ой, какую монтировку. Поцелуй стекло, Вася. Так, залезаем сюда, и нам сейчас через галерею Балора надо будет идти. Или все-таки через... Я уже запутался. Ладно, короче, просто идем. Я пока не знаю. Опять мы у Бэйби. Мы опять у Бэйби. Нам что, к Бэйби надо будет лезть? К циркус Бэйби? Хотя, стоп. Что у нас тут? У нас тут одна Бэйби. Это в шестом фрафе Скрай Бэйби есть. Которая скрафтила себе из мусора новое тело. Так, бьем током, Бэйби. Так. У нас тут ничего не изменилось. Все, вот эти вот красные точки прыгают тут. Так. И что, долго нам тут еще сидеть? Все погасло. И сейчас Крымак Бэйби вылетает. На нас. Вылетает из такси на нас. Бэйби. Ты не пройдешь. Бэйби, ты к нам не пройдешь. Ты к нам не пройдешь. Понятно? Иди вон, Балоры. Балоре. К Балоре. Иди вон к Балоре. В галерею. Вместо нас. Велит нам в галерею Балоры идти. А, стоп. Все-таки, походу, галерея Балоры первая. Она же болтает. Нам говорит этот робот говорит идти через галерею Балоры быстро. А Бэйби говорит на корточках идти. И она нас всех обманывает. Ну, правда. Ну... Выжить она нам дает, но обманывает она нас чуть-чуть. Так, а где мы находимся? А, вот, я знаю, что это за штука. Это нам от этого страшного ребенка надо спасаться. Так, сейчас где-то тут его глаза будут. Давайте просто посидим. Так. И показалось, я видел движение вон там вот. Так. Нам долго тут нам сидеть?
Так. Ладно, будем просто вот так вот сидеть. О, нет. Это страшно. Такого ночью видишь, вообще обосрёшься. О, нет. Мне страшно. Ой, всё. Сдерживаем. Так, Вася, нафиг иди. Я не хочу, чтобы ты меня сейчас за жопу укусил. Не надо меня тут за жопу кусать. Сейчас за жопу укусит сзади. У него, наверное, челюсть пролезет. Хотя нет, раз у него глаз вот такой вот, значит, челюсть 100% не пролезет в эту дыру. Давай! Ну давай, блин, давай, удерживайся. Нет, нет, я не хочу, чтобы меня эта фигня за жопу укусила. Я не хочу, чтобы меня за жопу укусили. Фух. Мы смогли. Фух, мы все-таки смогли. Так. Итак, мы походу выжили. Раз нас эта фигня за жопу не укусила, или еще сейчас двинет. А, нам потом через галерею Балори тащиться. Через галерею Балори нам надо тащиться. Так. Так. Недолго нам тут еще стоять? Да я стоять. Я хочу снова посмотреть фильм. Сегодня вторая часть идет. Я даже попкорн с собой на работу взял, чтобы купить. Итак, что у нас тут? Опять по вентиляции лезем. Опять по вентиляции лезем, Ася. Так. Мы опять в офисе. Нам теперь через галерею Балори тащиться к Фантайм Фредди. Потом на следующую ночь к Фантайм Фокси. И там еще челлендж. К нам мини-балерины будут заходить. Они называются мини-рины. Они будут к нам в штаны заползать. О, друзья, нам уже надо идти. Нам надо идти к Балори. О, нет. Так, все, просто будем по чуть-чуть ходить. Так. Так. А мы назад можем смотреть или нет? Так, идем. Так. Просто идем пока. Скукота. Мы еще Балору не заметили. Так, когда мы увидим скримак Балори, то вы увидите, как они, вы узнаете, какие они спагетти-терминаторы. Они правда спагетти-терминаторы. У них лица из спагетти, из железных спагетти сделаны. Ну где это? Балора, мы тебя увидим сегодня или нет? Алло, Балора, ты где-то есть?
И там Фонтан Фредди сидит. Так, ладно, просто идем. Так. Ага, вот Балора. Нифига, ну как беги. Я не знаю, но больше бегемота. Наверное. Ой. Не могу это убрать. У меня тут важное дело. О, там Фонтан Фредди уже виден. Там уже Фонтан Фредди виден. Так. Ё-моё, удобно идти где-то Балора. Как она на... Ага, сейчас за жопу как укусит. Она же крыса. Сейчас за жопу сзади укусит и все. Видимо, из Brawl Stars. Может, еще Балору в Brawl Stars добавить, тогда будет тоже крысой. Сзади за жопу будет всех кусать. Так, Фонтан Фредди. Единственного, кого мы не видели, это Эднард. Потом шестой финал будет, чтобы... Ладно, не буду все спойлерить, сами все увидите. Ё-моё, долго нам тут ещё идти. Целых 2 минуты прошло, даже больше. Наверное, 4, пока мы тут шли, блин. От Балора. А Балора умеет открывать дверь или нет? Я не знаю, у нас видео, походу, больше полчаса будет идти. Пока мы тут дойдем, после этого нам надо будет найти еще Фонтан Фредди, потом этого, ну, на нос или на пуговку нажать. Этого бонбона. Ну, который, видите, Фонтан Фредди на руке. Так, мы наконец добрались. Привет, Васа. Ага, вот кнопка Play Audio. Так, чиним пока. Включаем ему аудио. Так, когда мы включаем, он разозлён, ему надо аудио включать. Так. Просто вот так вот будем сделать. Хоть и медленно. Ну и ладно. Да ё-моё, харе, блин, ко мне подходить, Вася. Ё-моё, да делать, блин, не дает ничего. Так. Ладно, друзья, пока. Я так сделаю, чтобы не задерживать вас. Так, друзья, нам еще чуть-чуть осталось. Доделаем это, и нам к Балоре надо будет тащиться. Обратно через комнату, через галерею Балоры надо будет тащиться. Это я уже пропущу. Или там не надо будет назад тащиться? Но вроде надо будет тащиться назад. Все, мы это сделали.
Вроде сделали же мы это. Так, включаем аудио. А, так нам еще это надо будет делать. Так, ладно, еще подождем. Так, друзья, вот и все. Нам теперь через... Опять через галерею Балори надо идти. Я это вам просто доказательство, то, что я вас не обманываю. А то есть обманщики. Да отстаньте, блин. Не могу я это убрать. Так, ладно, все. Короче, я сейчас вернусь туда, в галерею. Из галереи Балори и все. Потом сделаем что-то дальше. Все, мы это сделали. И у нас пройдено 2 ночи. Давайте еще там чуть-чуть попробуем пройти. Так, снова едим попкорн. И что у нас тут за продолжение интересно? Мы ни одного скримака еще не пустили нам. Так, они опять что-то разговаривают там. О, он летает. Вот это, блин, мама, капец, блин. Это она, походу, шваброй дала ему. Наверное. Так, о. Ё-моё, вот это, блин, сериалы идут сейчас. Так. И куда нам дальше? Попробуем мы еще 3-ю ночь пройти. Короче, не знаю, я уже сбился со счета вообще. Так, ну мы в галерее Балори. Ой, мы в лифте. Какая галерея Балори? Мы там уже были. Так, ждем. И что у нас тут сейчас произойдет за дичь? Ой, блин, сейчас опять надо будет какую-то дичь водить. К нам опять с этим автоматом пристанут. Майк. Видите? Майк Эфтон. Афтон. Майк Афтон. Так, печатаем дичь. Просто печатаем дичь. Что-то не работает. Алло, Васа, что не работает? Печатаем дичь всякую. Но все-таки, сколько тут ночей, я не знаю. Сколько тут ночей? Ладно, будем пока просто всякую дичь печатать. Интересно, почему тут другие плакаты не расположены? Это я вам не показал, потому что я уже удалил ФНАФу. Чё мы там не видели? Обычные скримаки и... Подумаешь, мини-игра со сплёш штрапами и как создавали Фокси и Фредди. Ой, Фредбира. Ладно. Подождем пока мы тут напечатаем всякую дичь, еще что-то случится. А хотя нет, друзья, заканчиваем видео. Ладно, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.